приготовим чудесную закуску из баклажанов и овощей на зиму, вкусную и в горячем, и в холодном виде. Подготовим ингредиенты. Баклажаны 1,5 кг, помидоры 750 грамм, болгарский перец 750 грамм, лук 500 грамм, чеснок 5 зубчиков, перец острый 1 штуку, растительное масло 1 стакан, томатная паста 1 столовая ложка, соль 1 столовая ложка, сахар 1 столовая ложка, уксус 9% 1 столовая ложка и пучок кинзы. Как закрыть на зиму от жаб-сандал? У баклажанов удаляем хвостики и нарезаем на кружочки 7-8 мм. Солим и оставляем на 20 минут. Это позволит при обжаривании использовать меньше масла. В это время готовим соус. У помидора удаляем плодоножки и нарезаем кружочками толщиной 5-7 мм. Отправляем их в сковороду или кастрюлю, добавляем томатную пасту, отправляем на плиту. И варим при постоянном помешивании 20 минут, чтобы не пригорело. Получается отличный ароматный соус. Отправляем его в кастрюлю. Лук очищаем и нарезаем полукольцами. У болгарского перца удаляем семена и нарезаем тонкими кружочками. Баклажаны выделили сок, заливаем водой и отжимаем. И обжариваем с двух сторон до золотистого цвета. Болгарский перец тоже обжариваем, пока он не станет мягким. Далее обжариваем лук до золотистого цвета. Острый перец нарезаем колечками и тоже поджарим. Если не любите острый, то можно не добавлять. Нарезаем кинзу. Соединяем все ингредиенты. Добавляем соль, сахар, кинзу, чеснок выдавливаем через пресс. Можно использовать адыгейскую соль. С ней блюдо будет более ароматнее. Отправляем на плиту и готовим на среднем огне 20 минут. Помешиваем, чтобы не пригорало. В
конце добавляем уксус и варим еще 3 минуты, не превращая в кашицу. Отжав сандал, готов. Раскладываем стерильные банки. Крышки тоже кипятим. Переворачиваем и укутываем до полного остывания. В итоге получается 5 банок по 0,5. 2,5 литра готовой продукции. Очень ароматный, вкусный отжав сандал на зиму готов. Приятного аппетита!